Мы находимся на празднике «Дети – наше будущее». Здесь объединились все родители, дети и учителя Оренбурга. Тут множество классных профессий, и все они представлены в локациях. Сейчас мы с вами вместе попробуем их узнать. Дети, получается, что они их делают, и у них эти блинчики действительно получаются. Ну и плюс это, конечно, очень вкусно. Маленький кусочек солнышка. Мне понравилась химика. Несколько тысяч оренбургских первоклассников пошли в школу в этом году. У каждого из них есть свои планы и мечты, а помочь в выборе профессии им могут более 45 площадок с разными активностями. Праздник получился масштабным и грандиозным. Только за моей спиной 6 локаций, где рассказывают о профессиях. И некоторые дети уже выбрали, кем же они хотят стать. Дизайнером одежды, директором школы, мастером по маникюру, программистом, пожалник. Кто-то хочет быть там летчиком, кто-то врачом, кто-то слесарем, кто-то связистом. На нашем празднике ребенок может себя попробовать практически в любой профессии. В этом году среди популярных профессий у школьников – полицейский, врач и футболист. О том, кем хотят стать дети, можно узнать на аллее первоклассников. Она в этом году длиной аж 250 метров. Там же можно увидеть фотографии ребят и узнать, какие же имена стали самыми редкими и необычными в этом году. Самое главное на этом празднике – это показать ребятам разнообразный мир профессий, познакомить их с профессиями и сделать такой первый шаг к своей мечте, чтобы она обязательно осуществилась. Есть на празднике и необычный город, вероятно, самый защищенный на планете – город Уфанет. Там ребятам рассказывают о камерах, домофонах и интересных услугах, которые помогают чувствовать себя в безопасности. Дети, проходя данный квест, знакомиться с услугами компании Уфанет, ну и в принципе с теми новинками, которые сейчас есть, ну, на рынке, наверное, мировом. Все это более направлено, так скажем, на безопасность нашего города. Рассказываем им про камеры, про умный домофон. Этот праздник делают все сотрудники филиала, все 360 человек, которые есть, строят, придумывают, что-то чинят, что-то собирают, пишут сценарии, наряжаются в разных персонажей только для того, чтобы порадовать и улыбнуть всех гостей этого праздника. И в конце будет такой необычный, классный салют серпантин, где дети перед ним загадают свое желание. И загадываем свое самое-самое заветное желание. Ну что, глазки закрыли? Кулачки сжали крепко? Желание загадали? Тогда считаем все вместе. Раз, два, три. Был очень классным. Там было очень круто. И когда резко был фейерверк, это было круто и эпично. Много чего увидели. Очень много выставок было всяких для детей интересных. Много развлечений. Спасибо огромное Уфанет. Это не первый год, когда мы на этом празднике участвуем. Так все классно.